spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Японская компания Megabass известна во всем мире не только за счет приманок и спиннингов. Также в ее ассортименте есть элементы экипировки и различные аксессуары. И сегодня в нашем обзоре пристальная сумка Survival Bag. Ее можно использовать как на ходовых рыбалках, так и при выездах на природу или в путешествии. Давайте поближе рассмотрим эту интересную модель. Survival Bag имеет следующие габариты. Длина 42 см, ширина 25 и высота 26 см. Изготавливается из прочного полиэстера, который делает изделие достаточно износостойким. А за счет пропитки с внутренней стороны достигается некая влагозащита. То есть при попадании под небольшие осадки содержимое должно оставаться сухим. Днище полужесткое с 5 пластиковыми ножками. Благодаря этому сумку можно ставить на землю или класть на дно лодки. При незначительном загрязнении все легко протирается влажной салфеткой. Для переноски предусмотрен плечевой ремень из прочной стропы шириной 50 мм. Он не съемный и не регулируемый по длине. С задней стороны расположен карман под горизонтальной влагозащитной молнией UKK. Обратите внимание, собачки замков оснащены простыми веревочными хватками. К примеру, сюда можно сложить коробку с грузами, дождевик или свернутую ветровку. По бокам симметрично находится еще пара отделений. Кстати, в одном из них предусмотрено крупное D-образное крепление. Внутреннее пространство достаточно объемное и способно вместить весы, компактный фотоаппарат или небольшой навигатор. А можно положить шпули для катушек, перчатки, запасную леску или бутерброды для перекуса. Фронтальный карман длиной 35 и высотой 17 см. В нем легко поместятся различные аксессуары и рыболовные принадлежности. Еще тут же хватит места для коробок с приманками, флайбокса или большого количества с так называемой съедобной резиной. Обратите внимание, с трех сторон пришиты дополнительные элементы крепления. Во-первых, в них можно зафиксировать всевозможные инструменты, ножницы, пассатижи, корсанг, зимник или компактный лип-грип. Во-вторых, есть вариант использовать как систему моли и подвесить дополнительные подсумки. Основной отсек спрятан под замком с парой бегунков, который дополнительно защищен от воды тканевой планкой. Заглянем вовнутрь. Такое габаритное отделение способно вместить все, что может понадобиться на рыбалке и не только. И как мы уже говорили, Survival Bag сможет заинтересовать любителей выездов на природу. Места хватит как для продуктов и посуды, так и для уже готовых блюд. Также это неплохой вариант для непродолжительных путешествий. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.